Мультик был по поводу того, где он мне его показывал, очень пацан собаку свою. Да? Че ты, блядь, встал-то нахуй? Да! Это Resident Evil? Как мне пользоваться гранатой? Если я неправильно использую ее, то... Где Resident Evil? Это заебало, крыса! Корму, скай нахуй! Зумыч! Привет, бро! Куда летучий GR11? Спасибо за донат. Ничего, ничего. Сука! Делать. Включите музыку! Бля! Ну хватит, Настя, хватит! Сильный тайминг. Спи! Дед Мороз. В смысле нет? Спи, сказал! Дед Мороз, погоди! Тактика вокруг камня. Какой же он крутой чел, реально. А как же тактика вокруг камня? Это дурак. Ой, а такое можно на твиче? Это после стрима Хесуса, блин. Слишком сильно смеялся. Такое можно ну на да, твиче? Да, я. Смешно. Мулай, спулай, щикамакрамукабрагмулай, бурмин дурмин мулай, хармачхем римлай, мишкандерестку, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, попробую, Поэтому их так много. И потом вы видите вот это. Спасибо за донатик тебе большое. Пойду тебя запишу на табличечку. Хотите что-нибудь другое оторву? Вот смотри. Вот смотри. Смотри. Enter, блять. Видишь? Оторвал. Изи. Ой, блять, тут какая-то хуйня железная. Ну-ка, подождите. Ебать, подождите, здесь что? Семечки, блять, нихуя себе. Нихуя себе. Потом съем, блядь. Ничего себе. Да здесь провиант это сколько? Ебать. Ничего себе, вот она моя былая жизнь, блядь. Тут, наверное, на гамбургер целый наберется. Привет. Let's sync the video with the gameplay, alright? Ready? Чем прикол? Я хочу провести себя как мужчина и закончить эту игру на хорошей ноте. Бать бабку плющит. Единственный твич канал, на котором сейчас прям сиськи покажут. Вы готовы? Не может. Вы готовы или нет? Не может. На счет раз, два... Раз, два, три! Какая же мерзкая шлюха, пиздец. Сука! Вот дизель классный. Да, обидно. Чё спри... Да, сука, рак у меня, рак! Прически! Чё с прической? Прически, блядь. Я, конечно, понимал, что люди будут задавать вопросы, но сука! Рак волос, да? Да-да-да-да-да-да, давай-давай-давай. Где она, блядь? Она вот тут убежала, блядь. Вот тут она убежала, блядь, выпусти меня! Кто убежала, блядь? Ёбаный дурак, слышишь, выпусти меня, блядь. Спасибо за награду. У меня мышка снова.
Блять, я в ахуе, нахуй. Ну труби топором, дерево, блять, заебал, Алёша, нахуй. Блять, что за дебил? Да выпусти ты, придурок, ебаный. Ну это забавно, наверное. Мне нравится, больше всего мне нравится вот эта хуйня, прикольная. Я бы себе такую там повесила, вот тут. Я очень хочу сказать неоновую вывеску, там, либо я, типа... Сука, гандон, блять. Вот что значит играть просто на КД. У типа КД там average kill там, блядь, 25. Вот он, вместо того, чтобы просто выиграть раунд, просто выиграть раунд. Он выигрывает раунд. Аминь, парни. Ну сука, ты тупой или чё? Он не понимает русский. Он не русский. Арсик, пришли на Б, будем пиздатым ускалив. Дайте, да, мне заветный артефакт. Не знаю, взорвусь я или нет, как говорится, перекрестился и пошел. Понял. Пизда. Ну вот и взорвусь я пошел. Надо будет из Азербайджана. Рассказывай анекдот. А ну, удивись. Выходит такой колобок из душа и такой говорит: «Ох, как хорошо я помылся!» И потом такой говорит: «Блин, я голову забыл помыть». Это сильно, парни. Ха-хах в чат, парни, ха-хах в чат. Ну и чё, где огромная тварь? Никакой огромной твари я не... Так, подождите. Это не кусок корабля с проводами. Вроде. Это кусок корабля без проводов, походу, парни. Блять, это очень смешно. Это, блять, супер смешно. Но он все-таки нас съел. Это самое смешное. Бро, конечно, можно. Ну, типа из разряда, какие мальчики тебе нравятся? Мне нравятся голубоглазые блондины, у которых много денег. Привет, зайка, можно сигнал. И который купит мне компьютер, машинку, квартирку. Люблю жить богато, дорого-богато. Заработай, ёпта. Я понимаю, что так она, вот тебе, блядь, ответит, чувак. Не от себя это говорит. Че, типа, если станешь сюда, от земли попробовать кинуть яблоко так, чтобы оно улетело через это окно. Это невыполнимая задача, пиздец. А, через то твое в тебя, в смысле? Да. А, ясно, блядь. Ля, какая! Ля, какая! Женщина, всякая хуйня вечно лучше получается. Сильно, сильно. Не так. Ой, тихо. Сейчас прорвемся. Кто это такой? Что вы говорите? Что за Дориан? Кто такой Дориан? Кто такой Дориан? Кто это такой? Ну, кто это? Ютубер? Привет, Ютуб! Спасибо большое, Дориан. Спасибо тебе огромное. Я очень благодарна. Спасибо большое. Во, сердечко какое, ля, большое. Спасибо огромное. Он подписчик чей? Мой? Спасибо. Он, кстати, контент делает. Я тоже делаю. Ля, какой интересный контент, видосики смотрю. Мы хотим в Resident Evil пойти поиграть. Я сейчас, типа, сейчас доиграю и ой, досмотрю видосы и пойдем в Resident Evil играть. Да я поняла, что вы его все знаете, я его не знаю, я отстала. Ой, Юха. Да, дикий, вообще дикий, блядь. Это, кто не понял, это Exile, который про Колобка штил. А Exile это пиздец, это охуенный анекдот, серьезно. Я буду его юзать в ряды, мне кажется, только у меня не будет этого штучки, которая бьет. Ну, ты понял. Вот. Спасибо большое еще раз, ребят, спасибо вам огромное. Сосать! Тупо проорал!
Вот это камера, для этого стоит играть. Это главный геймплей, это настоящий геймплей. То, ради чего вообще стоит. Мам, ты что так пугаешь? У меня инсульт схватил. Ой, а что ты делаешь? Спасибо, Дарьян, я люблю тебя. Ты что, стрижешься, мам? Нет, я просто тебе показываю. Спасибо, Дарьян. Насап. Посмотри. Красиво. Мам, у тебя, да, очень красивые волосы. Скажи, покажись к нам, иди. Не, не могу. Мам, ты очень красивая, просто один раз. Все такие длинные. Мам, покажись, пожалуйста. Мам, приходи ко мне. Нет. Мам, мы тебя все любим. Парни, бунт в чат за маму. Нет, всем привет. Мам, приходи. Красиво. Мам, покажи им волосы. Нет. Мам, покажи волосы. Они заценят. Мам, ну иди к нам. Ну нет. Ну иди, мам, пожалуйста, мам, ну иди сюда. Нет, нет, иди, давай, заходи. Вниз. Вот так! Ля, какая мама! Мама страшная. Мам, не страшно, просто темно. Все, мама, выходишь? Мама, все скажут, что красивая. Страшная. Парни, просто это свет такой. Мам, я тоже страшная, не переживай. Да? Да, мы с вами вместе страшные. Ну, ты красивая, правда? Я тебя люблю. Я уже 20 минут в чате прошу твой трек-лист донатов. Бро, я не знаю, что за треки у меня стоят на донате. У меня просто были эти кусочки, я их поставила, все. Вообще, я хуй знает. Единственное, знаю, что стоит панч сперма. Я уже 20 минут в чате выпрашиваю. А, еще мидик с остров Чупиков. Хоть ты мне помоги, пожалуйста. Это играть в эту игру. Спасибо, что донатил, да. Ебать, это то! Бро, так как Maybe Baby меня уже заебала в край, в говно прям, пиздец как заебала, я не слушаю ничего на Maybe Baby, ничего, не пою, привет, не слушаю, это, меня уже просто заебала ваша Maybe Baby, типа, почему я должна каждый день слышать вот это вот, Maybe Baby, Maybe, Maybe Baby, лучше твои детки, лучше всех на свете, губы пахнут малиной, девочка с карбинка, собери. Петер, у меня уже тошнит, блядь. Ой, у меня ж смайлик Maybe Baby появился. Са, плюс савы, пацаны, плюс савы, походу, реально. Ой, погнали, next. Jesus Christ! Jesus Christ! Ну ты такой большой, ты вряд ли в эту дверь, блядь, зайдешь, если честно. А, окей, окей. Окей, окей! 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 Шит. Только нет, нет! Только не пугай, пожалуйста, я тебя молю. Я попросила, боже! Это я опять Resident Evil? Подождите. Или Айвол, или что это типа, такое? Ты живешь у девушки, короче, и когда она тебя изменила, твоя первая реакция. Ну, ты моя родная, больше так не делай, хорошо? Ты мой хороший. Ну, ты же не знала, что так получится. Он ушел. Сосад. Еще бан 5 минут. О, штраф 25 минут. Успел? Привет аноним, спасибо огромное. Успел, блядь. У меня. Это флешка такая? Это что за герой был? Я хотел его ножом ударить. Забыл, что у меня граната. Кинул гранату, он на нее лег, короче, слепило. Лол, так и хотел. Мне кажется, я обосрусь в Resident Evil и выйду отсюда сразу же, как обычно. Я не могу одна в игры играть, типа. Ясно. Спасибо. Переключись на упрощенный режим продолженность. А помощь в прицеливании. Часть здоровья восстанавливается. Что ты сюда намекаешь? Что намекаешь, блядь? Я могу справляться! У меня все хорошо, чё это? Чего, блядь? Ты охуел? Ты чё, сука? Окей, бро. Игра 4К. А, ну да, это серьезный минус на самом деле. Посмотри, ну реально он там, то есть, блин. Смотри, сквозь кобуру правая рука. Кобуру. Писец, я его всё. У меня есть кобуры, кстати. Всё, короче, до свидания. Свидания, игра говно. Пора прекращать это дерьмо. Как тут двигаться в этой хуйне? Как тут передвигаться? Попробуем его точно. Мне кажется, он не успеет. Он в зоне? Я так пою, пацаны. Спасибо, Эфишл, бро. Я даже не знаю, кто ты и как ответить на твой донат. Спасибо тебе огромное. Думаю, Дориан тебе в чате ответит, если он здесь. Рафлана.ру!
Но личико у нее красивое. У меня уже был такой прикол, это уже не актуально. У нас есть зоопарк, поэтому разве будет парк? А за что вам?